6 лет и 3 года. Вот столько в эфире работает наша телекомпания. Первое телевидение Тольятти отмечает свой день рождения. Весна, апрель и наш чудесный праздник. «Лада Медиа» — это крупнейший кабельный оператор Поволжья, успешная компания с большой историей. Мы подключаем тысячи людей к цифровым каналам, российским и зарубежным, самым интересным, самым рейтинговым. Познавательные, детские, спортивные, музыкальные, тематические. С нами всегда есть, что посмотреть. А еще «Лада Медиа» — это высокоскоростной, надежный и качественный интернет. Мы создаем программы для собственных телеканалов «Тольятти-24» и «ВАЗ-ТВ», а также производим для вашего бизнеса рекламные, имиджевые ролики, документальные и презентационные фильмы. Мы проводим прямые трансляции общественно значимых мероприятий и спортивных матчей. Мы там, где все самое важное и самое интересное. Новому времени новые проекты. Программа «Актуальный разговор» — это беседы в студии с экспертами на самые важные темы, волнующие горожан. Медицина, культура, туризм, безопасность, предпринимательство. Об этом и многом другом вы узнаете из первых уст. В нашей сегодняшней жизни много тем, которые представляют особую важность, актуальность для всех нас. Обсуждать эти темы необходимо. Вот почему у нас сегодня актуальный разговор. Увлекательный и очень полезный проект «Здоровые привычки» – это программа о том, как здорово чувствовать себя здоровым. У вас все получится? Мы знаем, как делать качественное современное телевидение и своим опытом делимся с молодыми журналистами. Мастер-класс от наших телеведущих и режиссеров. Я узнала много нового. Я поняла, как можно хорошо общаться с людьми, как правильно задавать определенные вопросы. Это очень интересно. Экскурсии, молодежные новости, программа «Наши детки», фестиваль детско-юношеского телевизионного творчества «Свой взгляд». Это же здорово, что такой конкурс заставляет нас погрузиться в эту тему. Все это в нашей школе телевидения для детей и юношества. Мы гордимся многочисленными победами в региональных и российских конкурсах и благодарим наших зрителей за любовь и внимание. Телеканал «Тольятти-24» представлен во всех информационных средах. Нас можно увидеть не только в эфире и в кабельных сетях, но и на сайте tv-tolyatti24.ru, в мобильном приложении «Тольятти-24», в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм. В честь дня рождения компании мы запустили масштабный конкурс «Семья Лады Медиа» для наших подписчиков. Сделайте фотографию своей семьи на фоне любимого телеканала и напишите, за что вы его любите. Победители ждут подарки от партнеров «Лада Медиа». Подробности конкурса на нашем сайте. Мы с вами с любовью и уважением во все времена. Ваша «Лада Медиа».